большая родовая система. Но вот самое интересное, это как раз то, что все-таки, когда мы говорим уже в евангельском плане о семье, то тогда мы потихоньку начинаем отходить от этого понятия род, от того, как мы его себе представляем и от того, как он описывается. Мы даже можем сказать, что Христос как-то принижает вот это понятие рода. И вот помним там такие моменты, когда Спаситель говорит, вот тут твоя мать, твои братья тут стоят, вообще пришли члены семьи, вот. Может, ты как-то это все-таки тут выйдешь к ним? А он им отвечает, что кто меня слушает, вот тот мне и отец, и мать, и брат, и сестра. То есть, таким образом, он переходит к какой-то новой системе, такой большой семьи, где все люди братья друг друга. И можно сказать, что вот род со всем хорошим, ну и со всем плохим, что с ним связано, он как бы приходит на смену. Но на смену чему? Христос не отменяет род, Евангелие не отменяет род. Для нас очень важно, из какого рода Христос. Там есть целая родословная, которая рассказывает, откуда и как его происхождение. И там очень важны все эти колена и так далее, и так далее. Вот. Но на каком-то вот уровне общения можно сказать, ну, попытаться сказать, что Евангелие, оно для нас разрывает как бы вот эти родовые связи и устанавливает новые связи. И что самое интересное, что семья рассматривается уже не в контексте рода, как одно из звеньев рода, а рассматривается, наоборот, как малая церковь, как вот ячейка этого нового сообщества. При этом какие-то вещи оказываются очень важные в этой системе, вот даже для Ветхого Завета. Вот посмотрите, там есть какой такой очень интересный эпизод. Там одна женщина, зовут ее Ноемень, уезжает на чужбину, куда в свое время уехали два ее сына. Они создали там свои семьи, они женились, и она едет к ним. И так получается, ну, она едет к ним, потому что в это время в Вифлееме, откуда она родом, там начинается кризис продовольственный. Вот. И так получается, что когда она приехала туда, то вначале один сын ее умер, а потом другой. То есть получается, что она осталась там совершенно чужая. И вот ее сноха, как ее зовут? Руфь. Она, после того, когда Ноемень говорит, что, ну, в общем-то, мне здесь делать нечего, здесь чужие мне люди, вот сыновья были близкие, а больше-то у меня никого здесь родных нет, поеду-ка я обратно в Вифлеем. То вдова ее сына, одного из ее сыновей, Руфь, говорит, что я поеду с тобой. То ей, так сказать, вот эта Руфь. Но сейчас уже вообще никто. Бывшая жена ее сына. Она говорит, но я же не могу бросить мать мужа своего. Муж погиб, умер там. Но мать мужа-то я не могу бросить. То есть получается, что она оставляет свой род и едет со свекровью
Вифлеем. И когда она приезжает в Вифлеем, встает очень серьезный вопрос, можно ли ее вообще принимать. Все-таки это очень, ну такое, не очень прозрачное сообщество, в какой-то мере герметичное сообщество избранного народа. Кто такая Рубь? Она язычница. И какой самый веский аргумент, что ее можно принять? Они рассуждают как, но если она поехала ухаживать за своей свекровью до последних дней ее жизни, какая же она язычница? Она очень даже приличная женщина, значит, еврейка, потому что порядочная. Но если сноха собирается ухаживать за своей свекровью, уже не молодой, и, так сказать, перспектива, что ее здоровье там будет улучшаться, или характер будет становиться лучше, довольно сомнительная перспектива, да? То значит, она точно еврейка, то есть никакая не язычница, потому что такие все-таки высокие, такая высокая моральная планка у нее. Вот. И поэтому ее признают еврейкой за ее нравственные качества. А кстати, она входит в родословную Христа. Она является бабушкой царя Давида. Вот, ее внук, по-моему, нет, сын Иессей, да? Прабабушка царя Давида. Внук Иессей, а правнук, соответственно, царь Давид. Вот. То есть мы видим таким образом, что в родословную Христа каким-то образом включаются очень странные люди. Включается язычница Руфь, ну, там еще язычница Раав, и там, в общем, довольно вот... И мы видим, что они включаются, потому что они составляют как бы вот это вот... вкрапляются в его родословную, тем самым показывая, что существует некоторая вот иная общность. Значит, Господь, избрав вот этот вот народ Божий, народ избранный, и дав им очень серьезные такие предписания по поводу рода, там же уже в Ветхом Завете начинает как-то очень свободно обращаться с этими родовыми отношениями. Вот, говоря о составлении как бы некой новой близости. На чем строится семья в Ветхом Завете? Конечно же, на четких предписаниях, можно сказать, на определенном кодексе. Но в данном случае, вот видите, вот Руфь пошла за своей свекровью и точно попала как бы вот в закон, уж не знаю, писанный или не писанный, но что нельзя бросать свекровь, мать мужа. Это понятно почему. Да, понятно, почему мать мужа нельзя бросать. Муж кормилец, это, так сказать, опора матери. Вот. Она уходит из семьи, там остаются какие-то ее братья, там, то есть есть кому кормить мать. Вот. А здесь как бы вот мать теряет единственного кормильца, ну кому за ней ухаживать, как не снохе. Так на меня все смотрят с каким-то таким подозрением. Видимо, проверяют, а смотрели они вот к своей свекрови относиться так же, как к Руфь своей. Не смогли бы, да? Вот. То есть мы видим, что семья строится на соблюдении определенного закона. Дальше нам предлагается головокружительная история. История совершенно парадоксальная. Более того, с представителями той же семьи, то есть уже с правнуком той самой Руфи, с царем Давидом. Что мы знаем про царя Давида? Что он женился на, по-моему, из рода Саула, да, дочки. То есть, ну, как бы понятно, он не просто потому, что его помазали, а он еще как бы взял в жены дочку с Саула, Мелхолу, вот. Ну и Саулу он оказывал много услуг. Вы помните, да, что
Саул страдал маниакально-депрессивным психозом, а Давид был первым арт-терапевтом. Это вы помните, да? Вот. Значит, он с помощью музыки успокаивал его приступы. Вот. Но это как бы такие вот отношения, можно сказать, закон, это такой династический даже, можно сказать, брак. Вот, что Давид, он, значит, вот, женится на дочери, значит, предшествующего царя, так что вот, не просто так, а взять предыдущего царя, вот, который там не всегда был добр к нему. Ну, вот. Но у них очень странные отношения. Вот как относится Мелхола вообще к Давиду? Вообще он ее раздражает. Такое впечатление, что она хочет в нем видеть вот царя как-то настоящего, а он как какой-то вот пастух простой. Там ковчег приносит в Иерусалим, а он перед ним танцует, она там возмущает. Ну что это, ну не царское это дело, чтобы плясать перед ковчегом. То есть мы видим, что Давид такая харизматическая личность. Он музыкант, он поэт. Он вот как-то очень радуется присутствию Божьим в ковчеге. А Мелхола, она вот как бы, ну, царская дочь, и как бы хочется, чтобы он тоже был вот все-таки нормальным зятем царским, да и царем в конце концов. Вот. Как-то вот больших таких вот глубоких интимных отношений у них не складывается. Ну, там закон позволял мужчине не останавливаться, да, одной женщине. Главное условие закона было какое? Чтобы она была свободная. Вот тут начинается самое страшное. Давиду нравится одна женщина, девушка, это женщина, но она не свободна. Вот. И, конечно, он, как человек вот, поэтический, вот, он победитель, он там Голиафа уложил с одного удара пращи. Вот. Кто-то спрашивал вот, в воскресной школе, вот, что такое праща, и вот я помню, преподаватель воскресной школы сказал, ну это такая рогатка, только очень большая. Типа рогатки. Убил Голиафа из рогатки, из пращи. Вот. Есть апокрифы о том, что оруженосец Голиафа, Урия, увидел это и перешел на сторону царя Давида. То есть там вообще все очень сложно. Если верить этому апокрифу, то тут уж совсем неприятность. Он не просто полюбил несвободную женщину, а он еще и полюбил женщину своего, можно сказать, друга, военачальник Урии, который был оруженосцем Давида, ну, в Библии этого нет, это из других источников. Вот. Что у нас дальше получается? Полюбил дальше все. Потом это все через какое-то время так проходит, ну, успокаивается, скажем, из острой фазы переходит в такую уже ровную, вот, и начинается как-то раздумье. Все-таки царь – это гарант исполнения закона. Царь не может сам нарушать закон. Ну, в крайнем случае, если нарушать его, то как-то втихую, ведь, правда? Вот. Чтобы об этом никто не знал. Потому что если об этом все будут знать, это как-то будет очень нехорошо говорить. А царе кто будет потом вообще слушаться законов, если сам царь, гарант исполнения законов, эти же законы не исполняет? И Версавия сообщает ему некоторую подробность, такую специфическую женскую, после которой он понимает, что несоблюдением закона, нарушением закона всем откроется. Вот о чем думает Давид в этот момент. Помните? Пока еще нет. Он думает о том, как ему обеспечить алиби и как ему, так сказать, скрыть
нарушение закона. То есть он действует только в русле одного. Чтобы обеспечить себе алиби, нужно же вызвать с фронта Урию на доклад о военных действиях. Он вызывает Урию на доклад о военных действиях. Но так как бы, ну, Урия только что приехал, уже вроде так вторая половина дня, может быть, завтра с утра лучше докладываться. Подозревая, что, конечно же, Урия пойдет домой, примет душ и обеспечит ему алиби. Правильно? Но что делает Урия? Урия говорит, мои воины, ну он настоящий вояка, понимаете, он же вот просто настоящий такой военный. Оруженосец же у Голиафа был. Вот. Он говорит, что там мои ребята, хлопцы мои, на земле спят, едят невкусно, жен своих не знают, все, так сказать, воюют победу. А я тут приду, и до завтрашнего утра буду чего? Принимать душ, лежать на перинах, вкушать вкусную еду и развлекаться с женой. И Урия, как такой настоящий военный, что делает? Ложится спать перед дворцом царя Давида на земле. Как обеспечить алиби? Алиби для чего? Мелхиона сообщила некоторые подробности царю Давиду, которые делали бы факт его нарушения закона очевидным. То есть буквально, да что через 9, уже через 5 все было бы видно, понимаете? Вот. Поэтому, значит, тут ситуация очень напряженная. Вот. Короче говоря, Урия не дает ему этого алиби. И тогда он понимает, что надо как-то привести в порядок этот закон. Что не то, что он взял замужнюю женщину. Незамужнюю, пожалуйста, хоть 40. Если есть, как бы, на что содержать, твоя уже головная боль. А тут вот, значит, что остается сделать? Алиби не удалось обеспечить, значит, нужно срочно сделать что-то другое. Нужно убрать Урию, взять ее, и тогда уже как бы все будет хорошо. И для того, чтобы обеспечить вот это вот ненарушение закона, Давид идет на страшное преступление. Он подговаривает других военачальников увлечь Урию в атаку решительно и потом в самый момент отступить и оставить его одного, чтобы его враги убили. И, в общем-то, замысел получился. Вот. После чего он уже свободную незамужнюю женщину, как ее звали, помните, да? Версавия. Вот. Он ее берет в жены и таким образом вот закон полностью соблюден. Ну, есть же в конце концов, и какая-то еще иная власть, кроме царской, профетическая. И, конечно, вот Нафан приходит, его обличает. Вот, и Давид пишет свой замечательный 50-й псалом. И, в конце концов, что делает Господь? Он же благословляет этот союз. И от этого союза рождается Соломон. И он входит в родословную Христа. То есть, таким образом, этот случай почему-то оказывается там, как, скажем, угодный Богу. Так вот, что было результатом вот страшного преступления Давида? И что было его оправданием? Результатом
значит, вернее, причиной страшного преступления Давида. Причиной было стремление Давида сохранить закон, а вот причиной прощения было покаяние и любовь. Любовь к этой самой Версаве. Получается, что покаяние и любовь привели, так сказать, вот к оправданию у Бога этого поступка. А стремление соблюсти закон привело наоборот к преступлению, к предательству и убийству. Ничего, да? Такая зловещая тишина. У нас такое слушание. Вот только Артема ничем не удивили. Значит, таким образом, мы уже начинаем понимать, что вот в этом случае, я, кстати, на вас на первых пробую вот эту мысль, пока еще ни на ком не пробовал, на вас на первых. Вот. Значит, таким образом мы приходим к следующему, что уже в Ветхом Завете полагаются какие-то другие основания для создания семьи. То есть семья – это не закон, не как бы не царство закона, не территория закона, а территория любви. Ну, вот мы не знаем, как бы Давиду можно было по-другому разрешить эту ситуацию. Но совершенно очевидно, что вот его позиция соблюсти закон и спрятать концы в воду привела к отвратительному результату. Значит, вот если мы с вами копнем глубже и попытаемся посмотреть, а что же было потом уже в Новом Завете, то мы видим, опять-таки, очень гибкую позицию даже такого жесткого в вопросе брака человека, как апостол Павел. Вот. Мы с вами помним позицию, скажем, Тертуллиана. Да? Тертуллиан говорит, что второй брак – это респектабельный блуд и ничего другого. Христос говорит, что там не разводитесь и не женитесь на разведенных. Вот. А апостол Павел, который тоже очень много говорит о верности и о единобрачии, таком строгом, вот, вдруг в каком-то письме одной общине говорит, там у вас вдов много, чего вы их замуж не выдадите? Помните, да? Я не помню точно, в каком это письме, но он прямо предлагает, говорит, надо вот их выдавать замуж второй раз, и все будет нормально. То есть мы видим, что на самом деле есть некоторая планка, которая выставляется как ну, такой маркер. И при этом всюду есть такой подтекст, что вот, а главное все равно любовь. И вот дела любви – это те дела, на которых нет закона. И мы видим много историй, когда построенное по закону вот не работало. Только из-за одной малости. Вот не было там любви. Мы сейчас в последнее время очень много говорим о домострое. Вот что такое домострой? Это, в общем-то, такая очень детально прописанная, я бы сказал, такая конституция, можно сказать. Как хорошо и правильно создать семью. Как относиться, как строить отношения внутри этой семьи. Вот. И самое интересное, что если бы мы все вот действовали по домострою, то не было бы, наверное, конфликтов внутри семьи. Было бы все так, как оно и должно быть. Но самое главное,
что тем не менее домострой – это не развитие христианства, это его регрессия. То есть это опять попытка свести все к четким и понятным нормам. Вот так делай, так не делай. И только как мечта остается, можно обойтись без домостроя? Легко. Нужно только строить все на любви. Вот если есть любовь, любая ситуация жизненная, она будет разрешена. Любая жизненная ситуация найдет свое разрешение, если она будет строиться по любви. А поскольку любви нет, значит домострой. То есть закон и все предписания, они появляются тогда, это сигнал такой, когда в семье нет любви. Вот как только начинают говорить, ты вообще муж или где? Мы с тобой семья или кто? Или как? Таким образом апеллируют к закону. Почему апеллируют к закону? Потому что нет любви. Когда говорят ребенку, как вообще ты относишься к тому, что тебе говорит мать? Тебе что отец сказал? Тебе что мать сказала? Как только начинаются такие слова, значит, таким образом ребенка призывают к соблюдению некоторого этикета. А что такое этикет? Этикет – это очень красивое надгробие, над похороненной любовью. Любви нет, появился этикет. Ну, как вот, если нет уважения, появляется политкорректность, например. То есть, таким образом, все-таки мы должны признаться, что домострой – это очень красивое надгробие над фактом, что любви нет, семья перестала строиться по любви. Вы не согласны, да? Вы считаете, что это развитие темы любви? Вот. Потому что если есть любовь, не нужен уже этот закон. Нужны только дела любви, а на таковых нет закона. Но нет закона. Вот. Поэтому мы видим, что какое-то очень простое основание, но оно ускользает из рук. Вот как сказать, вот любит человек или нет? Нужны критерии. И вот этих критериев, вот человек хочет любить. Дайте мне критерии, я буду их, так сказать, вам выдавать, я буду показывать. Вот я делаю то-то, 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 все, можно мне дать справку, я люблю. Любовь у меня есть, справка у меня есть, а почему семья распадается? Потому что вторая половина не соблюдает закон. Вот мы опять переходим к закону. Как только мы начинаем говорить о том, кто что должен выполнять в семье, у кого какой долг, у кого какая обязанность, то мы сразу переходим в какой-то иной дискурс. Дискурс больше похожий на устав вооруженных сил. И тогда пребывание в семье напоминает службу в рядах матримониализма. Вот. А мы говорим опять-таки о другом. Мы говорим о семье. Мы говорим о семье, где, ну, вот, если есть любовь, разве принципиально, кто что делает в этой семье? Разве принципиально, как разделяются обязанности? Разве принципиально, как, скажем, тратится время? Ну, даже может быть и так. Я вот, например, с гордостью всегда говорю, что вот тебе осталось-то всего погладить, а я весь день стирал и еще, между прочим, статью написал с нуля. И стирал весь день. Я тоже занимался домашним хозяйством. А тебе только погладить. И ты говоришь, что ты устал. Ну, правда, я стирал с помощью стиральной машины. Но зато столько перестирал, что потом перегладить за неделю не перегладить. Чего не купить, не купите гладильную? А? Гладильную надо покупать. Не стирать белье, а замораживать. Не гладильную. Хорошая мысль. Хорошая мысль. Вот. И поэтому, если мы будем смотреть все-таки
на семью в фокусе веры, то самая типичная ошибка наша, это если мы будем смотреть на как бы набор правил и законов, по которым эта семья строится. А строится она только по одному правилу и одному закону. Она строится на основе любви и на делах любви, на которых нет закона. То есть можно сказать, что может быть семья закона, этикета, а может быть семья благодати, семья любви. Вот. И поэтому лучше, конечно, вот изучать, что такое любовь, а не что такое закон. Я помню, одна девушка мне, значит, пишет в скайпе или в аське, вот что делать, я никак не пойму. У меня тут, значит, вот мой избранник собирается уехать в другой город, а я собираюсь тут остаться. И вот я не пойму никак, любит он меня или нет. Как бы мне это выяснить? Он едет в какой-то город, в другую страну, в Харьков, там вообще ужас какой-то. А я вот остаюсь тут в Москве, вот, и очень... Это не о присутствии сейчас. Вот. Причем она остается в Москве, у нее интересная работа, она продает световую арматуру, она топ-менеджер, понимаете, она торгует светом, а он едет преподавать вообще, какой-то ужас. Вот Харьковский университет. Вот. И, значит, она говорит, а как вот мне все-таки проверить, вот поступок вопиющий, а как мне проверить, любит он меня или нет? Я говорю, есть один тест. Психологический. Он опубликован в тексте Нового Завета. Это первое послание к римлянам, 13 глава. Там написано, любовь это читаешь и ставишь после каждого утверждения плюс или минус. Вот. И выясняешь, любит он тебя или нет. Вот. Через какое-то время мне приходит очень странное сообщение по скайпу. Да пусть едет. Я поняла, что я его не люблю. То есть она, пользуясь этим тестом, проверила и поняла, что она на это. Там любовь не превозносится, не ищет своего, да не, ну что, она не настолько больна любовью, чтобы на всю голову и чтобы вот как-то, значит, вот уехать в какой-то далекий, странный город, Харьков, чтобы быть там женой преподавателя, а кто ж будет торговать светом. Вот. Ну вот. Следующее, вот о чем мы можем так, ну, немножко поговорить, это о том, что, вот опять-таки, наше первое представление о вот этой вот какой-то бесконечной такой континуальной общности, как род, что это то же самое, что семья, вот оказывается тоже неправильно. То есть мы видим из Писания, что семья – это автономия. Я бы даже сказал бы автокефалия. Правильно, это мы одобряем. Вот. Не может быть семья вот частью, каждая новая семья, даже принадлежа своему роду, а семья принадлежит обычно двум родам, вот, не может она растворяться в них и быть их простым продолжением. Она создается заново, как совершенно новая общность. И даже если мы посмотрим другие, какие-то более ранние артефакты
из языческой культуры, то мы видим там страшные какие-то факты. Вот я не помню, это в Калхите было, да, там девушка предала свою семью и уехала вместе с аргонавтами. Да? Да. Как ее звали? Медея. Медея. Вот. То есть мы видим, что для нее, вот ее выбор, а Калхида это Грузия, да? Да. Тогда я, значит, в точку попал. Вот. Ну и позже там мы уже помним, там, скажем, что Джульетта, в общем-то, не то что не оплакивает, а даже злится на убитого там Тибальда, да, или кого там. Вот. Мы видим, что Маргарита тоже как-то рвутся там братские узы. То есть мы видим, что иногда вот этот разрыв как бы с семьей, он иногда проходит даже через, ну, таким очень кровавым является. Вот. И мы видим, что вот, ну, в общем, стоять наперекор у создания вот этой семьи, как автокефалии, нельзя. Потому что это опасно просто для окружающих. Вот. И мы видим основание этому в самых первых строках книги Бытия. Там сказано: оставит человек отца своего и матери, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едины. И этот момент, он повторяется и в посланиях евангельских, и вот и в новозаветном, так сказать, тексте, он везде появляется. Вот этот вот момент оставления. Без этого оставления невозможно создать новую семью. И вот, может быть, в фокусе веры вот этот факт должен быть для нас очень важным. Потому что мы, психологи, сталкиваемся зачастую с другим. И батюшки, и психологи. Приходит женщина и говорит: скажите мне, батюшка, я его спрашиваю, кто тебе дороже, мать родная или эта стриженная рыжая девушка? Я говорю: и что он сказал? Он сказал, что рыжая. Я говорю: слава Богу. Он говорит: почему слава Богу? Ну, вы же верующая женщина. Вы представляете, что было бы, если бы он сказал наоборот? Это же уже просто какой-то инцест получается. Получается, если бы он сказал, что мать ему дороже, а жена так где-то, ну это же какой-то ужас. Вот. Приходит одна женщина, немолодая, верующая: батюшка, проблемы с ребенком. У меня с мальчиком проблемы. Ну, я, естественно, так говорю: с внуком? Нет, с сыном. Ну, думаю, да, бывают, оказывается, в этом возрасте дети. Вот. И я говорю: так, на всякий случай, а сколько ему лет? А вот 40. Я говорю: а что за проблемы? Вот, батюшка, понимаете, но я все-таки, хотя еще и молодая, но уже не молодая женщина. Ну и все-таки он уже большой мальчик, все-таки ему уже 40 лет. У него девочки нет. Понимаете, вот как-то надо на него подействовать, чтобы все-таки, ну хорошо было, чтобы у него девочка была. И мне уже тоже по дому нужна помощница. Вот. И, честно говоря, вот мальчик у меня есть, мне еще хочется девочку, внучку. В общем, я как-то думаю, что пора. Я вот подумала и решила, что пора. Я говорю: вы знаете, говорю, это вопрос серьезный, но давайте мы не будем с вами его обсуждать. Мальчик уже большой.
давайте вот он сам придет, и мы поговорим. Он здесь. Стоит за дверью. Сейчас я его позову. Входит мужчина. Вот. Я, значит, спрашиваю. Мы с ним, значит, она так ее выставляет вперед и стоит немножко так сзади. Вот. И я, значит, спрашиваю, как вас зовут? Нас зовут Павлик. Вот после этого нас зовут Павлик, я понял, что я тут бессилен. Потому что вот этот принцип оставления семьи, он не получится. Потому что Павлик не сможет отстоять эту семью. И вообще не очень понятно. Может, ему и нужна жена, но на самом деле его маме нужна невестка. Где можно и власть проявить, и, так сказать, как-то реализовываться дальше. Вот она реализовалась, она, значит, вот сына родила. Но чувствует, что не до конца реализовалась. Надо еще невестку воспитать. И потом внучку она хочет, по-моему. Ну, тоже интересно, а если там будет внук? Вот. Так что мы видим, что вот эти ситуации, вот так плавно перешли к психологии, когда нет этого оставления, вот эти ситуации, они приводят к тому, что можно назвать своеобразным таким суррогатным супружеством, то есть своеобразным суррогатным инцестом. То есть таким образом мы видим, что не родится семья, если вот не происходит вот это вот выход из семьи. И самое интересное, что как бы Богом заложен очень интересный механизм вот этого отрыва от семьи. Ну, вы понимаете, насколько ребенку нужны родители, это даже не мне вам объяснять. Потому что вы сами, если вспомните себя маленьким, чуть что кричали «мама» или «папа». Вот. Ребенку родитель нужен очень сильно. Я это знаю еще и потому, что я работаю с детьми-сиротами. Они уже и после получения аттестата и паспорта продолжают искать вот себе родителей, и у них вот это вот дефицитарное развитие очень сильное, вот того, что им не хватало родителей. Вот. Но те, у кого родители есть, и у кого с детства была нормальная необходимость иметь рядом родителей, и чуть что кричать «мама», «мама, помоги», «папа, купи», и наоборот. Вот. В конце концов, с этим ребенком случается удивительное чудо. В него встроен механизм разрыва этих отношений. Это происходит в переходном возрасте. Если это начинается, надо сказать, слава Богу. Главное только, чтобы как-то это вот прошло, не так болит. Но это очень здоровое явление. Значит, вот это никогда не превратится в тот случай, когда родители говорят, нас зовут Павлик. Вот. Сейчас. Вот. И очень важно, и нужно тоже это ценить, что заповедь ведь она говорит о почтении к родителям. Вот. И самое главное, это то, что близость не пропадает между родителями и детьми. Она просто выстраивается на новом уровне. Вот эта вот близость и потребность в родителях, которую можно назвать за юбку держится, да, это мамикин сынок, это не то, что должно сохраняться всю жизнь с человеком.
должно наступить какое-то другое отношение, уже подлинное уважение и почитание родителей. Вот. И самое-то вот интересное, что и вот этого-то исполнения заповедей тоже не будет, если не будет этого отрыва. Что если будет вот это симбиотическое, такой симбиоз, симбиотическая связь, которая существует у родителей ребенка, если она не разрушится, то почтение к родителям тоже не возникнет. Это будет симбиоз, все тот же. Вот. И самое тяжелое это то, что вот в конце концов эти состояния могут перейти в состояние созависимости. Что такое созависимость? Знаете, нет? Созависимость это когда от твоего поведения, слова, чиха зависит все. Настроение, самочувствие, давление, головная боль другого человека. Жить с этим грузом невозможно. Когда тебе звонят и говорят, что это самое, ты меня в гроб гонишь или в больницу уложишь, у меня гипертония, у меня то, и все это из-за тебя, это страшно. Это тот груз, который нести невозможно. Вот. И если происходит вот это вот правильное вот это вот оставление, то тогда, конечно, ну хорошо всем. Вот. И тогда по-настоящему, тогда родители открывают подлинное отношение к себе. Потому что все-таки симбиотическое отношение к родителям, оно не подлинное. А вот тогда они открывают подлинное отношение к себе. Вот. Ну а вот признаки созависимости, ну вот если звонят по телефону и дальше слышится такая манипуляция. У тебя есть мать? Вот, это вот уже, это симптом, это уже даже не симптом, это диагноз. Это диагноз. Вот созависимость, вот манипуляция. Вот, тебе кто дорог, я или это? Ну опять начинается, вот та самая манипуляция. Вот. А мы поговорим еще немножко потом о корнях, как возникает вот такая вот созависимость, что является причиной вот такого вот нездорового семейного отношения. И это в первую очередь, это нездоровые отношения между самими супругами. Почему вдруг ребенок занял такое важное место, мы об этом тоже поговорим. Да чуть позже. Ну, надо сказать, что и родителям тоже сложно. Да. Когда человек выходит замуж, и хорошо выходит замуж, это очень тоже сложная проблема. Да. Значит, ну давайте подумаем, какое должно быть это отделение. Вот это отделение должно иметь как минимум три важных аспекта. В наших условиях я не знаю вообще, возможны ли эти три аспекта. Первый аспект – отделение должно быть территориально. This is impossible. Сразу встает вопрос, но как? Как же это такое? Где это бывает? Вот. Нас много, квартир мало, стоят они дорого. Вот. И тем не менее, вот это один из очень важных пунктов, что отделение должно быть территориальным. Второй пункт. Отделение должно быть финансовым, материальным. И это тоже совершенно непонятно. Как эта молодая семья, в котором еще учиться в институте, потом в магистратуре, потом в аспирантуре. Как вообще им до того времени, пока они наконец выйдут на пенсию, как им материально отделиться от родителей? Потому что сегодня родители, они воспринимают свой долг по отношению к чаду, это достойно довести его до пенсии.
поддерживать его. Дальше уже не надо. Выйдет на пенсию, будет уже сам себя содержать, как взрослый человек. Поэтому второй пункт тоже оказывается нереальным. Ну и третий пункт – это эмоциональное отделение. Эмоциональное отделение от родителя. Ну, имеется в виду переход от симбиотических чувств, эмоций к чувствам библейским, чувствам почтения и уважения. Вот. Ну, вот мы, христианские психологи, предлагаем некоторый такой инструментарий. Мы сейчас с вами попробуем его проделать. Первое употребление новой доски. Доска замечательная. Ну и что должен тут вообще? Ну вот, я нарисовал, это не мишень, мы сейчас с вами не будем заниматься здесь стрельбой в тире. Кстати, мне кто-то сказал, что покровитель стендовой стрельбы Федор Тиров. Да? Федор Тиров. Вот, и на одном приходском тире, там висела его иконка Федора Тирова. Вот. И там проходили уроки патриотического воспитания, православного патриотического воспитания, иконка Федора Тирова и рядом мишень, чтобы не ошибиться. Это было в подвале храма. Вот. Так вот, у нас это не мишень и не уроки патриотического воспитания. Это круги ответственности, интимности и влияния. Понятно, что каждый человек по отношению к другому имеет определенный градус интимности, доверительности, определенный градус ответственности за этого человека и определенный градус влияния. Вот. В первый круг мы должны поставить того, кто, так сказать, ближе всего к нам по интимности, ответственности и влиянию. Какие будут предложения? Кого мы поставим в первый круг? Себя. Ребенка. Так, я пишу варианты. Значит, Бог был вариант. Себя. Ребенка. Ребенка. Мать. И жену. В скобочках мужа. Почему-то вот, ну, когда жена мужа вспоминает, самое интересное, когда мать почему-то вот про отца вообще не вспоминает. У нас такая... У нас вообще с отцами тяжело. У нас страна истребленных отцов и истребленного отцовства. Это отдельная драма, о которой можно просто говорить. Вот. Но это большой крест нашей страны. Это действительно, что у нас страна истребленных отцов, истребленного отцовства. Вот. Более того, в общем-то, мужчина – это фактор риска. Вот у нас долгое время боялись. Вот главное у мужчины что? Вот чтобы от него детей заиметь, ну потом, чтобы сумку носить, там, гвоздь вбить, тяжелые вещи, а лучше вообще никого. Все наши фильмы, это вот матери-одиночки, вот героини. Вообще у нас такая вот инфанцентричная страна, у нас ребенок в центре всего. Потом мать-одиночка, а отцы как-то... С отцом страшно, могут посадить, могут убить, может все вынести из дома, пропить. В общем, это что-то такое очень, очень рискованное, большой фактор риска, надо без отцов вообще. Но в результате мы получаем то, что мы получаем. Очень интересно, я как-то спросил у одной воспитательницы, вот чем она недовольна вот, своими школьниками, какими бы она хотела их видеть.
И когда она сказала, какими она хотела бы их видеть и какими она их старается воспитать, я представил себе такую картинку. Мальчики сидят, сложив ручки, пишут круглым ровным почерком, очень чисто. На переменке ходят парами, у них такие голубые бантики. Я подумал, боже мой, через некоторое время наша страна вгонит Нидерланды. Никаких подвижных игр на перемене, что вы. Наших детей, мальчиков не так воспитывают. У нас хорошо воспитанные мальчики, они не должны на переменках бегать, вот, и иметь грязные тетрадки там. Вот, или еще что-то. Ну вот. Так вот. Ну, вот первые два ответа попали на самом деле в точку. Первый круг, куда мы, конечно, должны поставить себя. Если мы в этот себя ставим в десятый круг, то, ну, такое отношение к себе, оно потом обязательно скажется и на ближних. Ведь сказано же, что любите ближних своих, как самого себя. Если ты для себя последняя буква в алфавите, в десятом кругу, то в конце концов ты потом также будешь любить и ближних. Тебе не важен будет ближний, важно будет то, что какое поведение ты от него видишь. Его поведение ты будешь любить больше, чем его самого. Вот. Да, действительно, и то вот, скажем, получается так, что недостаточной бывает иногда степени ответственности, откровенности и интимности у человека даже перед самим собой и перед Богом. Он и Богу не все как бы открывает комнатки своей души. Поэтому, в общем-то, получается, что зачастую первый круг этот вообще оказывается пустой или занят вот всем тем, что написано ниже. И чаще всего в нашей практике туда ставится ребенок. Вот. Значит, второй А-круг. Значит, вот мы ставим вот этот вот первый. Пока мы дети, то ближе родителей у нас никого нет. И именно наша откровенность перед ними, наша перед ними готовность вот, и влияние, и ответственность их за нас, они обеспечивают нам пребывание вот в этом круге. Практически родители и после нашего рождения помогают нам рождаться дальше. То есть на самом деле человек, у него другой тип наследования, не как у животных. Все не кончается, так сказать, с родами. Он продолжает наследовать. Наследует культуру, он вот в семье. Поэтому, в принципе, вообще лишение человека родителей, это лишение его на право наследовать свою человечность. Поэтому депривация – это одно из самых страшных как бы, явлений в нашем обществе. И поэтому вот здесь вот, во втором округе, наши родители. Поэтому я вот тут к матери еще добавлю отец. Когда-то вот семья состояла из двух людей, и кроме матери был еще и отец. И сейчас, в виде исключения, тоже иногда существуют такие семьи, где тоже есть оба родителя. А бабушка, дедушка. Вот, сейчас и найдем место. Вот. И вот этот круг у нас освободился. И больше мы никого в этот круг посадить не можем. А второй Б-круг, он тоже у нас, или он свободный, или в нем кто? Муж, жена. Страна. Муж, жена. Вот. То есть что получается? Получается, что родители неизбежно должны уйти из нашего второго А-круга, но не во второй Б, а в третий круг. Вот. А кто будет в этом втором А-круге у нас? Их место займет? Наши дети, которые потом тоже его покинут. Вот.
То есть во втором А, значит, мать, отец, и вот мы ставим сюда тоже ребенок. Вот. Значит, пока мы сами дети, во втором круге наши родители, потом, когда мы стали родителями, во втором округе наши дети, пока они не выросли. А потом мы их тоже отпускаем туда, в третий круг. Ну, дальше уже можно там развивать эту иерархию, кто там, друзья, родственники, там, товарищи по работе, друзья, враги, кто в каком круге. Там только одно интересно, что врагов нельзя очень далеко запускать, потому что мера ответственности и как бы влияние требует, чтобы мы тоже их держали близко. Вот, поэтому очень далеко их загонять тоже нельзя, потому что это, ну, как бы зона нашей дальнейшей работы. Если складываются враждебные отношения, это значит складываются отношения, но враждебные. Поэтому они нуждаются в какой-то работе. Просто так с далеким человеком враждебных отношений не будет. Враждебные отношения складываются с человеком, который все равно какую-то имеет на нас влияние. И мы друг за друга несем какую-то ответственность. Но это о другом. Вот когда получается самое такое дисфункциональное отношение родительско-детское, когда они друг у друга в разных кругах. Вот представьте себе, ребенок у мамы в первом круге. Он даже Бога там нет. Она в десятом. Бог, может быть, тоже где-то есть в каком-то круге, но в первом круге идол, ребенок. А он у нее, как и положено, она у него, точнее, как и положено в третьем круге. Вот из-за того, что они друг у друга в разном круге, и происходят все неприятности. Это не значит, что он плохой сын, или она просто находится в разных кругах. То есть, если поместить ей его в нужный круг, и круги совпадают, все остальное совпадает. Тут даже никаких специальных других механизмов не нужно. Нужно просто друг у друга быть в адекватных, правильных кругах. Что у нас еще сегодня? Ну и я хотел еще... Да... И хотел еще рассказать, почему же вот иногда, это уже следующая лекция. Ну, есть силы, время есть у нас или нет? Время уже заканчивается. Тогда, может быть, не будет. Тогда мы, может быть, это оставим на следующий. Да, когда будем говорить о дисфункциональной семье, тогда мы с вами и поговорим, как появляется вот это вот. Такая странная роль у ребенка, как роль суррогатного там мужа или суррогатной жены и так далее, и так далее. Вот. Какие вопросы есть? Да. Скажите, пожалуйста, как соотносится ваша схема с первой заповедью Господа Бога своего? Прямо соотносится. Вот. В первом кружочке мы оба, и я, и Бог. Поэтому она прямо соотносится вот, с этой заповедью. Действительно, есть такие вещи, которые даже нельзя, может быть, открыть супруге. И не потому, что ты ее не любишь. Может быть, для того, чтобы ее не ранить, не обидеть. Потому что, если есть какая-то такая боль, то вот Господу можно. Ну, во-первых, он старше, он мудрее. Он все поймет, он все вынесет, и у него любви очень много. Поэтому вот, значит, то, что можно сказать Богу, вот не всегда вот есть какие-то вещи, которые, может быть, даже жене нельзя сказать. Вот, поэтому вот полностью растворяться в другом человеке нельзя, потому что, ну, это тоже приводит к отношениям таким созависимости. Потому что если у тебя есть какая-то некоторая своя личная зона, это значит автоматически, что ты такую же личную зону свою уважаешь
и подразумеваешь их в твоем партнере. И значит, ты тоже не будешь вот нарушать эти границы. И ты должен будешь понимать, что у нее с Богом тоже может быть своя какая-то вот область общих каких-то, так сказать, вот проблем. Пошла она в церковь там с батюшкой исповедоваться, совсем не значит прийти потом к батюшке и сказать, ну что она там говорила? Все то же самое, что мне? Или может быть что-нибудь другое? Вот. Поэтому вот. Еще вопросы? Да. Когда вы говорите, что любовь выше любого закона, это только морального закона касается или естественного тоже? В случае однополых или браков со смешением крови? Да. Конечно, я вот с этими, я как-то, ну, мне очень трудно назвать это любовью, потому что для меня любовь, вот, супружеская, это любовь мужчины и женщины. Ну, хорошо, а смешение крови? Ну, двоюродную сестру, я не знаю, в случае есть. Ну, это вопрос, конечно, трудный. Мы там, помним, там даже у Лота было что-то такое. Это вопрос действительно трудный. Вот. Дело в том, что, понимаете как, вот, ну мне так кажется, может быть я ошибаюсь. Мне кажется, что есть некоторые, как это называется-то, вот, техника безопасности. Вот есть некоторая техника безопасности, при которой наши законнические установки, они как бы нас оберегают от тех областей, где может быть что-то неприятное, нехорошее. Вот. И поэтому наши критерии, они как бы абсолютно идеальны. А вот жизнь, она может быть разной. Вот. И нам, в данном случае, нам нельзя занижать наши планки. Лучше мы потом в жизненной ситуации как-то что-то разберемся. Это уже будет вопрос там духовника, это будет вопрос, так сказать, вот ответственности тех людей и так далее, и так далее. Но вот как вот апостол Павел говорит, что для него идоложертвенное мясо это абсолютно не поклонение идолу. Что оно запросто может съесть и при этом идолов славить не будет, и при этом другим даже говорит, и не спрашивайте вы, какое вам мясо дали. Все нормально, все Божье. Но потом он же говорит, но чтобы не искусить малых сих, вообще никакого мяса есть не буду, никогда. Понимаете, так и тут. То есть мы не можем делать исключения закону. Наши планки безумно высоки. Вот. Но это наша техника безопасности. Мы не можем их снижать и не будем. Да. Отец, мне не так давно попросили меня написать статью о семье у Лермонтова. Не его биографическая семья, это в общем достаточно все известно, а это конференция, которая будет сейчас проходить в Томске, и там отражение семьи в литературе. Я начала внимательно читать под этим углом. Я поняла, что я могу писать только о семье у горских народов. Потому что все, что касается его самого, его отношение к счастью, отношение к судьбе, отношение к семье, это на время не стоит труда, а вечно любить невозможно, я не унижусь пред тобой. Ну, я не буду сейчас цитировать достаточно известных вещей. Когда мы говорим о семье, мы исходим из традиционной семьи, из семьи, ориентированной на репродуцирование, на появление детей. Но ведь семья меняется. И вот уже начиная с Лермонтова, это совершенно, это проблема. И у Толстого свой взгляд, и в 20 веке для кого-то семейные ценности, ну тот же там Алексей Толстой пишет, там, и «Верное сердце Даши», и все остальное, тлен. А с другой стороны, вот что семья сегодня с точки зрения христианства? Ну, семья, конечно, находится в кризисе. Вот это понятно. Вот. А если находится в кризисе семья, то за этим идет, это уже получается системный кризис. Потому что кризисная, дисфункциональная семья способна только породить травматику. Лермонтов был травматиком.
Понимаете, его семья состояла из деспотичной бабушки, правда, очень любящей его. Вот кроме любви бабушки, что у него было? Отца, которого он так и не видел, да? Вот. То есть там вот... Вот. Поэтому мне кажется, что семья меняется, но значит меняемся и мы, и все общество, и меняется необратимо. То есть мне кажется, что все-таки вот восстановление вот этих традиционных ценностей, вот, во всяком случае, ну, какая-то ориентация на них. Это и есть, ну, такой путь к правильному какому-то выходу из этого кризиса. Нет, у меня просто волосы стали дыбом, когда я вообще прочла так корпус текста. Ну, а что касается традиционной семьи, то закон гор, кровная месть, мужские союзы, джигит и волк, гораздо больше, чем женские, и ну, там очень много чего. Да. Грустного. Еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, а если по второму кругу место в работе, либо каким-то, ну скажем, какому-то делу, которым человек горит буквально в течение всей жизни, которое он совмещает в семейной жизни, к примеру, это первый вопрос. И второй, а что делать, если действительно с окружающими вот, не совпадение таких кругов происходит? Ну, конечно, не может быть места во втором круге работе. То есть, когда это бывает, это получается катастрофа. Я знаю одну женщину, которая работала на фирме, где было настолько прекрасно, где были корпоративные замечательные вечера, где были заботы о каждом члене корпорации, где все знали как бы, вот, проблемы друг друга. Это была такая работа, куда просто откуда не хотелось уходить домой. Вот. И потом, то есть эта работа, как бы коллектив дороже, семье однозначно. Потому что он и помощь оказывает такую, какую не может оказать супруг, и деньгами, и все, и в трудной ситуации, когда там матери нужно делать операцию очень дорогую, когда нужно там, выплачивать деньги после там ДТП какие-то очень большие. И вот все это берет на себя вот эта вот семья. Вот. И в итоге, в конце концов, когда она стала наблюдать некоторые негативные явления у ребенка, ну, типичные, скажем, для такого возраста, типичные это вот признаки клептомании. Это такой первый месяц, который чаще всего дети посылают своим родителям о том, что не все в порядке. Ну и, соответственно, типичные, скажем, какие-то месседжи от мужа, не будем сейчас уточнять какие. Вот, она после долгой работы и беседы с психологом решилась уйти с работы. То есть она вот в какой-то момент она решила для себя, что семья, ребенок, муж важнее. Хотя ближе и дороже, конечно, была работа коллектива. Ни в коем случае это не должно быть. И это уже четвертый там или пятый круг. Даже четвертый, по-моему, это друзья, а уже пятый работа. И правильная дистанция на работе очень важна, на самом деле. Потому что вот несоблюдение вот этих дистанций на работе часто ведет к производственным таким серьезным конфликтам. Вот. Потому что, вот знаете, очень интересно, мне случилось в одном коллективе долго быть в командировке, в одном месте, на реставрации памятника архитектуры, я в прошлой жизни реставратор, вот, значит, мы жили в гостинице, мы приходили на объект, мы там работали, а вечером я, как-то вот общались. Ну, первый вечер пообщались, там второй вечер пообщались. Вот. Ну и потом проходит какое-то время, я так по привычке захожу, там, значит, в это самое, в номер там соседний, за стенкой. Вот. И мне там Юрий Иванович говорит, ты что не звонишь? У тебя что, телефона в номере нет? Позвони, спроси, что тебе нужно. Ну как, ну. Говорит, у нас тут тусовка, мы тут все. Нет, не тусовка. Нам
к этим коллективам жить еще не один год. И поэтому, если тебе что-то приспичило, ну ты позвони, и потом мы выясним. Сейчас я с тобой поговорю, или так будем говорить уже на рабочем месте, если это по производственному вопросу. И то, что они вот в этой атмосфере, где нет, грубо говоря, там границ рабочего дня, там, устроили такую себе вот, такие дистанции, такие границы поставили, меня это очень поражало. Вот. Но они говорят, ну это ж только ты две недели живешь тут, а мы же, у нас командировка длинная, 3 месяца, посмотрим, что будет в конце августа. Вот. Так что вот на самом деле какие-то разумные границы на производстве тоже должны быть. И с друзьями должны быть разумные границы. Потому что, ну вот для меня, например, такой тревожный сигнал, я бы сказал, вот какой. Допустим, девушка с подругой обсуждает важные, очень серьезные проблемы интимной близости со своим супругом. И когда там говорит, а ты не можешь ему там вот сказать? А говорит, нет. Вот она подруге может сказать о проблемах, а ему как-то доверительно сказать, знаешь, у меня проблемы. Она не может. Но это, по-моему, правильно. А если она знает, заранее знает реакцию? Ой, ну да. Ну, это срабатывает, мне кажется, стереотип. Все мужчины тупые, все, так сказать. Ну, а тогда зачем вообще она с ним живет? То есть, если она знает, что он ее не любит? Вот в том-то и дело, что получается одно из двух. Либо она подругу любит больше, чем его, либо она знает, что он ее не любит. А подругу любит легче. Это уже наработано. Ну, а кроме этого у нее менее ответственно. Кроме этого у нее с подругой не связано такое количество рисков. Конечно. Она ее потеряет, ну ладно, еще одна. Вот это хорошее слово. Да, брак это риск. Это риск. Но надо всегда помнить, что вообще-то с Богом решаются очень сложные проблемы. И самое главное надо помнить, что в браке трудно только первые 25 лет. Потом значительно легче. Еще вопросы есть? А какой? Я сказала о том, что если получается, где не совпадают вот эти вот круги, можно ли изменить эту ситуацию, мы не можем менять других людей, по-моему. Ставить границы до тех пор, пока человек в эти границы не войдет. Понимаете, это безумно тяжело. Безумно тяжело поставить границы между собой и родителями. Безумно тяжело воспринять границы, поставленные собственными детьми перед вами. Вот. Тогда начинаешь понимать, а чего же твоя мама так возмущалась, когда сам оказываешься в этой ситуации. Да, тяжело, но другого пути нет. Понимаете, существовать, когда вы в разных кругах, невозможно. Это, в общем-то, портит друг другу нервы. Потому что даже если вы на какой-то момент, ну, сыграете, подыграете, что вроде бы вы в том же круге, но играть все время невозможно, вы все равно уходите в свой круг. Значит, надо как-то набираться мужества, держать эти границы и с максимальной любовью, с максимальным уважением пытаться все-таки эти границы провести и дать понять человеку, что ему вот в его границах будет правильнее, легче и лучше. Вот для меня самая большая радость была, это когда мой сын, соответственно, внук моей мамы, позвонил ей и сказал, бабушка, а ты не посидишь с девчонками там, значит, вот, ну, недельку, типа того, что... Она говорит, нет, у меня много дел. Я должна посетить выставку, я должна сходить на фестиваль, на конкурс. У меня там вот уже билеты куплены туда-то, туда-то. Я могу забегать каждый день там вот. Ну, допустим, вот через день на пару часов посидеть смогу, а вот так вот не смогу. Вот. Он говорит, плохо, лучше, чем если бы вам все время сидеть около меня. Так что вот. И это вот нормально, понимаете? Это очень здорово, когда у человека вот действительно есть
и к этому долго, долго надо идти. Когда у человека есть своя жизнь, вот, и когда его правнуки ровно настолько его занимают, насколько он сам это позволяет. Это хорошо. Можно я отметил на это? Да, да, да. Вот, поскольку я это, не только бабушка, но еще мама и теща, но дочка моя хорошо вышла замуж, и они очень, в общем, гармоничная, дружная пара. Но мы раньше были очень дружны, и я таскала ее с собой в командировки. И, ну, мне это говорят, ну, что ты хочешь, вы вообще каждый день разговариваете. Ну, говорю, а для чего я ей животик родила, ну, чтобы мы там раз в месяц видались. Ну, короче, мне казалось, что муж недостаточно заботится, как всякая теща, ну, что зачем она делает то, зачем он делает все. И грешна я, значит, со своей студенткой как-то так сплетничала на эту тему, и она мне сказала совершенно замечательную вещь. Ирина Леонидовна, вы хотите видеть внука? Я говорю, ну, конечно. Да. Тогда представьте мысленно, напишите «Костя-священная корова». И мне стало гораздо легче. Я стала относиться к Косте как к священной корове. Священной корове позволено все. Ну вот он так делает. Если она считает, что это хорошо, не надо мне лезть со своими проблемами. И мне стало легче, и эмоционально как-то у нас выровнялись отношения. И, ну вот я приняла это как данность, что это священная корова. И менять не мое собачье дело, воспитывать взрослого человека. Да, а еще одна маленькая реплика. Георгий, когда еще говорил за 4,5 года, у меня дочка не поменяла фамилию, а фамилия зятя Смирнов. И, значит, Георгий спрашивает: мама, папа Мирнов, Кира Мирнов, я Мирнов, а ты почему другой Мирнов? Ну, может, после этого не поменял фамилию все-таки, но это дети фиксируют все. И все, что складывается в семье, это обязательно, в общем, параллелограмм сил такой вообще, невидимый, тонкий и сложно поддерживаемый, что действительно надо как-то себя в первую очередь сокращать. Если дочь прибегала к отцу и говорила, что он мне не нравится, значит, что он плохо там себя ведет, отец брал ее за руку, вел к мужу и говорил: бачили очи, щеку побали. Вот. И если мать нуждалась в том, чтобы помыть окна, она звонила зятю и говорила: ты не можешь отпустить Олесю помочь мне помыть окна. Вот так. Ну, это правильно. Да, пожалуйста. Да. Товарищи, не кажется ли вам, что вот если в 2А группе ребенок, а 2Б действительно муж, то это первый кризис семейных отношений? Совершенно верно. Я все перепутал. Как-то у меня, знаете, вот, значит, А меняем на Б. Значит, все немедленно исправляем ошибки. Я вас благодарю. Где мел? Вот. Значит, вот 2А, и только 2А – это муж-жена, а 2Б – это дети, родители и дети. Вот, вот 2А, вот здесь вот, вот она та самая близкая близость, которая может быть. Как хорошо, что вы это заметили. Наверное, раньше знали. Знаю. Да? Да. Вот, так что, пожалуйста, все исправьте. Это роковая ошибка. 2А или пустой, или там вторая половина, супруг. Там никогда не может быть нет. Ни родителей, ни детей. Вот. Вот 2Б, вот он временный круг, а это вот совершенно верно. Вот. Еще вопросы, да, пожалуйста. Ну, тут такой вопрос. Есть исследование, есть такое мнение, что семья, в принципе, это и маленькая семья, и большая семья – это инцестуальный институт, в принципе, назначение которого как-то уменьшить, свести к минимуму взаимное насилие в человеческом сообществе. Почему? Потому что рассмотрели какие-то
условно говоря, 7 млекопитающих животных, оказалось, что в этих сообществах никаких ограничений нет. Инцестуально, в принципе. И это было совершенно как бы необходимое, неестественное, но социальное приобретение. То есть то, что человечество выработало и на чем оно, собственно, держалось до какого-то времени, до тех пор, пока возникло гражданское общество, появилось законодательство, и человеческие отношения стали регулироваться какими-то внешними законами. И семья получилась в этой ситуации, да, оказывается дублирующим институтом. И чем сильнее законодательная система, тем больше вопросов вызывает необходимость этого института. Я здесь просто как бы пересказываю некую позицию, да? А вот. Как вы смотрите на эту проблему? То есть, что вы можете так прокомментировать? Нет, ну, конечно, действительно, семья в разные времена имела какие-то еще и дополнительные функции. И в каждом обществе играла еще и какую-то свою социальную роль и нагружалась какими-то функциями в какие-то определенные институции входила. И, собственно говоря, представления о семье, скажем, вот религиозные и общественные, они все равно разные. Вот. Но мы как бы пытаемся вот подойти к такому основанию, которое, ну, скажем так, не зависит от общественной состояния, от состояния общества и от среды вокруг. То есть мы подходим к каким-то вот таким очень, ну что ли, архетипическим, я бы даже сказал бы, по параметрам семьи. Вот так вот, наверное. Вот. А так вообще действительно случаются какие-то интересные такие проблемы. Мне случилось участвовать в одном диспуте. Этот диспут был, ну для вас это не актуально, в Российской Федерации это актуально, потому что у нас много мусульман, россиян. Так, по некоторым подсчетам каждый десятый. Ну, может быть, это очень смелые подсчеты. Вот. Значит, диспут был по поводу того, что, значит, нужно, чтобы легализировать многоженство. Вот. Потому что вот оно в культуре, оно в традиции и так далее, и так далее, и так далее. И вот один из таких вот, ну что ли, доводов к тому, что надо идти навстречу мусульманам, был в том числе такой. Вот сейчас же, говорит, в обществе установлены религиозные нормы православных. Вот сейчас то существующее положение, которое есть, это же, говорит, вот как бы религиозные нормы и традиция православных. Почему же тогда не сделать, что вот для православных вот то, что отражено в законе, для мусульманов то, что отражено будет в законе. Вот. И тут вот я сказал, что говорю, нет, говорю, в нашем обществе юридические законы не соответствуют православным нормам. Потому что православные нормы – это моногамия. Они говорят, а у нас в обществе что? Я говорю, у нас в обществе то, что православные называют серийной полигамией и серийной полиандрией. То есть у нас серийное многоженство, серийное многомужество. То есть последовательная полигамия и последовательная полиандрия. Они говорят, а где это вы видите? Я говорю, ну хотя бы потому, что у нас для священнослужителей нормы строгие. Мирянам, так сказать, послабление есть, а для священнослужителя нормы строгие. Второй брак для священника невозможен. Если он второй раз вступает в брак, даже, скажем, по причине смерти супруги, он лишается сам. Вот. И вот это оказалось каким-то очень таким решительным. Я говорю, мы же от своих норм отказались, взяв, так сказать, вот римское право за основу наших отношений.
Мы отказались в пользу вот нейтрального закона, в пользу римского права, которое лежит в основе нашего права. Ну, так и вы подчиняетесь римскому праву. А то получится так. Введем шариат, а мы будем жить, значит, по праву.